При словосочетании «машины будущего» в голову приходит, если не летающие автомобили, то, по крайней мере, беспилотные авто от Google и иных уважаемых компаний. Но день, когда машины перейдут на полное самоуправление, еще не настал, и большинство моделей из недалекого грядущего ждут своих водителей. Перед вами десяток самых стильных и крутых машин, которые вот-вот появятся в продаже. Ford GT. Великолепный новый GT был показан на Детройтском автосалоне в 2015 году, обещая во всей красе продолжить великое наследие Ford. Ждем и надеемся. Fiat 124 Spider. Это авто напоминает Miata, что само по себе прекрасно. Но кроме этого, у него имеется итальянский стиль и турбированный двигатель семейства Multi-Air, отдача которого составляет 160 лошадиных сил. Koenigsegg Regera. На бумаге она невероятно крута. Двигатель V8 с турбочарджером, выдающим 1500 лошадиных сил. Зверь-машина, не иначе. Альфа Ромео Джулия. Сложно быть слишком оптимистичным насчет Альфа Ромео, учитывая ее длинную и непростую историю. Тем не менее, новая Джулия выглядит так, как будто способна вернуть компании доброе имя. Morgan EV3. Очень странная, но невероятно очаровательная машина. Обаяние трехколесного авто плюс забота об окружающей среде. Осталось только узнать, насколько она будет удобной. Jeep Wrangler Pickup. Сказать, что этот грузовичок ждали, не сказать ничего. В Jeep годами дразнили фанатов концепциями, но наконец-то вскоре появится реальная модель. Porsche Mission E. Когда легенды автопрома хвастаются за необкатанную технологию, всегда есть повод для сомнений. Тем не менее, новый электрокар от Porsche смотрится просто восхитительно. Honda Civic Type R. После ряда неудач Honda возвращается к практичным авто, на которых когда-то построила свою репутацию. Вероятнее всего, это и к лучшему. Bugatti Chiron. Создав гиперкар Veyron, Bugatti определенно выложилась на все 100, но Chiron обещает быть достойным преемником. И хотя его максимальная скорость всего лишь 420 км в час, что несколько медленнее Veyron, новое авто обещает быть значительно удобнее в управлении. Chevrolet Camaro ZL1. Новый ZL1 взял двигатель у Cadillac CTS-V, что вместе с платформой Alfa дает невероятное сочетание. Обычный Camaro SS получился на славу, ZL1 обещает стать еще лучше.